Гіна називається. Гіна штаб пазі. Мало що вам передачу. Подождите, у меня еще вопрос. Вы знаете, что сейчас стоят ипотечники около Акорды? Вы знаете об этом? Ну, они стояли. Вы в курсе были? Ну, хорошо, они стояли. Вы в курсе, что они стояли? Ну, скажите, вы в курсе или нет? Вы доверенные лица нашего кандидата в президенты. Скажите, почему никто из доверенных лиц не вышел к ипотечникам и не выслушал их проблемы? Нет, давайте отвечайте, вы же при народе. Отвечайте сейчас. Я понимаю вас. Вера, Бог один. Я думаю, они там должны были. Это выйти должен был. Кто-то должен был из депутатов выйти. Я насколько знаю, что к ним должны были выйти соответствующие чиновники и люди. То, что, допустим, я почему туда не вышел, потому что у меня своя работа. Я с утра до вечера до 10 на работе. И у каждого есть своя компетенция на какие-то вопросы. Я за ипотечника в нашей стране не отвечаю. Есть хорошо. Соответствующие чиновники. Соответственно, я предполагал, что выйдут соответствующие чиновники. Они пришли на встречу с кандидатом в президенты. Ни один из представителей кандидата в президенты Назарбаева не вышел. Давайте, я тоже сообщу об этом. И можно вашу фамилию узнать? Я опоздал. Моя фамилия Курмангазиев Евгений Сангалиевич. Я являюсь кандидатом в президенты. А вас? Меня Ерлан, доверенное лицо, кандидат в президенты. Спасибо большое.